Ноябрьск в рамках международного проекта по обмену опытом в сфере социальной поддержки незащищенных слоев населения посетила делегация из Германии. Это работники общественной организации «Признание, доверие, перспектива», которая базируется в Дюссельдорфе. Гости из-за рубежа посетили детский дом, социальный приют «Гармония», ряд подростковых клубов, а также прочли лекцию для социальных педагогов и руководителей соответствующих служб города. Организаторы подчеркивают, встреча будет полезна как для принимающей стороны, так и для немецких общественников. Ноябрьск почерпнет опыт своих коллег из Германии, а те, в свою очередь, смогут изучить сферу социальной работы в России на примере Ямала.